Весь этот конфликт можно было разрешить тихенько, спокойно и мирно, но они не захотели. Получается, они как спровоцировали. Выступление нашего, уже я сегодня не боюсь сказать, бывшего президента, о том, что пострадало 120 человек ОМОНовцев. А кто ответит за 7500 убитых морально, покалеченных физически? Кто? Но спрашивается дальше. А дети, пропавшие люди, о которых не могут узнать ни родители, ни жены, где? А те, что пострадали 7500, кто за них? За 100 должны ответить, а за этих нет. Видите, что получается? Я не против. Ни своих руководителей на заводе. Мы не выдвигаем сегодня требования к вам по зарплате. Мы не выдвигаем другой раз по спецодежде, поэтому нет. У нас один вопрос сегодня. Убрать лживое наше правительство. Центральная избирательная комиссия. Парламент. И в первую очередь Александра Лукашенко. Он сам себя обманул. Если бы он поставил бы хотя бы 54 или 55 баллов, проходный балл, люди бы обосновали бы немного. Поверьте мне, но поверили бы. И он остался. Он сам перегнул палку. Он сам на себя накликал вот эту беду. И сегодня ему надо и придется обязательно отвечать перед людьми и перед обществом. Сегодня Медведева слова. Что он сказал? Видели многие? Наверное, видели. Что он не тактично даже поступает тем же самым государством, той же самой России за задержание. Он не может разобраться и не может связать нормально, обратиться к своим людям. Везде угрозы. Скажите, пожалуйста, вот здесь что стоят? Это уголовники? Это уголовники. Это люди, не, которые не работают. Это наркоманы. Это пьяницы. Это рабочий народ. У них есть свое сознание. Что этим людям заплатили? Вчера что, всему городу заплатили? Да заплати ты по 10 копеек, какую сумму вывалится это. Люди вышли своим сознанием, с семьями, с детьми. Я горжусь действительно своим белорусским народом. Мне не надо, не надо, не нужно ни Россия. Мы должны быть одни с нормальным, честным руководством. По главе такой же самый должен президент быть честный, как и мы. Я знаю, что на вас тоже наседают. Я знаю и понимаю, что наседают на наших директоров. И вы никуда не деваетесь, вы мучите подчиняться им и заставлять нас. Спасайте ваши души. Понимаете? Вы поймите нас, вы поймите людей, молодых людей. Я тоже к этому возрасту подхожу. Им жить каждому. Им. Мы уже свое, так сказать, и молодший век отходили людей. Мы не вечные люди. А им растить. Ихним детям занимать наши посты. Быть директорами, кому-то президентом, кому-то мэром, губернатором. Вы поймите правильно. Вы же не садитесь так со своего ребенка. Если он не ваш, то кто это?